Так, пацаны и ребятишки, всем салют, ребята. Короче, как вы поняли, прикупил я себе димексида. Сейчас буду заливать димексид в движок. Точнее, сейчас я приехал после поездочки, он у меня еще горячий. Все равно, пока дома я пахал, туда-сюда время дойдет, он уже маленечко подостывает. Сейчас я прогрею его до 90 градусов, до рабочей температуры, пока не включится вентилятор. Далее я установлю метку в МТ, далее чуть проверну колено, чтобы поршня были все вровень. И буду заливать в свечи димексид. То есть буду заливать где-то по 50 мл. Один заход у меня будет 50 мл в каждый цилиндр, потом свечи я закручиваю для паровой ванны такой. Потом оставляю, укрываю все это дело, оставляю минут на 30. Может быть час, наверное, при такой температуре, час, наверное, самое многое. Потом димексид уходит через кольца, по-любому он уйдет. Кстати, ребята, еще хочу замерить компрессию. Хотя бы, блин, в одном цилиндре здесь у меня газ, здесь не подлезть особо. Хотя бы замерить, да. Если... Ну, компрессия я замерял, у меня, короче, где-то 11 атмосфер, где-то вот так вот. Но все равно сейчас померю я еще. Ну что, завожу аппарат. Давление у меня сейчас на двоечке. Когда я еду по трассе, у меня стабильно держит 3. Это нормально, я думаю, по-любому. Так, ну пусть, короче, греется. Все, компрессометра нет, компрессометр херня. Нормально померить нечем. Потом померю нормальный компрессометр. Миксит 99%, ребята. Так что все, эффект должен быть вообще прям ништяцкий. イラコ制限の使用規定法から11ヶ月。素手で。ノラインの相手。表と奥は持ち。
Так, ну чё, ребятки, короче, завёл я его с димексидом. Сейчас он прогревается повторно, и жак. Заводил я его следующим образом. Закрутил свечи, ничего не прокручивал. Свечи как закрутил первый раз, просто сейчас я подтяну перед заводкой. И дальше с выключенным зажиганием, с открытым газом, то есть прокрутил, заколенвал, где-то сделал 10 оборотов. Но не стартером, а отверткой, чем-нибудь там, за колено, за шкив, чем-нибудь. Короче, я это сделал отверочкой, 10 оборотов. Я сделал и нормально, короче. Если димексид и остался поршневой, его выдавило, короче, в блок. И все, то есть гидроудара, в принципе, не может быть. Так что без проблем. Завелся, ну короче, пара здесь была вообще просто жесть. Я не знаю, я вот первый раз не показал это, но сейчас опять то же самое, сейчас я буду поршневую лить, потому что у меня такой акцент сделан именно на поршневую, то что поршневую залить два раза. Так, ребята, короче, по второму кругу я залил димексид в цилиндры. Сейчас поменяю, тем временем поменяем масляный фильтр, потому что машина уже поработала, соответственно, димексид попал уже в масляный фильтр. И, соответственно, он сейчас у нас там отъедает грязь. И чтобы вообще не было такого загрязнения двигателя, у меня есть еще два масляных фильтра. Сейчас я поменяю масляный фильтр. Так, ну и вот, ребят, почти даже не прокапали. Сейчас фильтр у нас стоит новенький. Так, ну теперь что, открываю дальше и жду. Машина маленько воняет. Так, завожу на газу. Кстати, забыл чуть прокрутить заколенвал-то, да, ё-моё. Так, все, переключаюсь на бенз. Кстати, дымище-то, дымище, пацаны. Вообще там парище такое идет. Ворота открыты были, блин, не посмотрели, самый кайф. Вонище стоит такое, вообще жесть. Прогазовал, блин. Не показал. Вот она, вонь. Все, пока работает на бензине первые минут 5. Нагреется редуктор, и я переключусь на газ, потому что я соблюдаю такой режим, очень строгий, чтобы мембраны в редукторе не пострадали. Я уже поменял ремкомплект. В общем, как-то так, ребята. Ну все, засекаю час, пусть работает час.
Пар идет такой вообще, невозможно смотреть даже. Парит движка. Ребята, видно, видно. Я думаю, всем там видно. Хотя, наверное, может и не видно. Хер его знает. На камере такой ночной режим своеобразный. Сейчас фильтр надо будет выкрутить. Так, пацаны, короче, батареечка у меня подсела. Сейчас все я, короче, сделал. Масса у меня залитая. Пока движочек не остыт, пока движок полностью не остывший, надо чуть-чуть дать газку ему. Вот я маленечко тут газую под нагрузочку. На старых свечах зажигание, потому что, чтобы новую сейчас не загрязнять.